Каждый год в третий четверг ноября отмечают Международный день отказа от курения. Цель праздника – донести до людей информацию о вреде этой привычки. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире умирает около 4 миллионов человек от болезней, вызванных употреблением табачных изделий. Никотин – один из самых страшных ядов растительного происхождения. Значит, для человека смертельная доза, которое необходимо употребить, это 2-3 капли. Это примерно около 20-25 сигарет. Но яд попадает в организм человека не одномоментно, а в течение суток. В результате этого человек не погибает. Никотиновая зависимость – такая же смертельная привычка, как алкоголизм и наркомания. Самое главное для профилактики – это полный отказ от курения, так как никотин вызывает физическую и психическую зависимость. И он является наркотиком, как ни странно, легализованный по всему миру. Международный день отказа от курения – хороший повод бросить курить уже сейчас.